Друзья, всем привет, с вами Димон, и у нас сегодня на обзоре крутейшая лодка с бесколлекторным мотором Велтосвел 915 с трехбаночным аккумулятором. Погонял я на данной лодке, скажу честно, сначала мнение сложилось о данной лодке такое негативное, но потом все стало хорошо и понятно. Итак, у нас лодка, катер, лодка, называйте как хотите, имеет реально необычный вид, это типа катамаран, да, она широкая, очень широкая, но вид прикольный, вот реально нестандартный, хороший. Я думал, будет, скажем так, управляемость похуже, но, блин, данная лодка это что-то, но об этом немножко попозже я вам расскажу. Итак, давайте пройдемся по корпусу. Корпус все хорошо, сделано нормально. Есть вот такая вот штука, вот смотрите, да, прорези, сюда набирается вода, и вот здесь. Я сначала не понял, зачем это надо, но когда мы ставим нашу лодку, она вот так вот переворачивается, грубо говоря, и вот эта часть, ну, где-то вот так вот, находится в воде. Я думаю, нафига это надо? Я посмотрел, в данной лодке нет автопереворота, ну, грубо говоря, и нет заднего хода. Данная лодка, данный катер или катамаран, называйте как хотите, переворачивается, вот сюда набирается вода, если наш катер перевернулся, вода, которая здесь была, переворачивает, мы нажимаем газ, опа, и все перевернулось. Да, это хорошо, не спорю, все круто, но со временем, когда вы гоняете на лодке, буквально там через 2-3 минуты, ваша лодка начнет медленно ездить. И буквально думаю, что за фигня, скорее всего, там, наверное, винт забился, да, там мусором, нифига, винт чистый, просто поднимаю, вода отсюда уходит, бум, лодка полетела. Ну, блин, это реально такой минус, небольшой минус. Скажем так, для данной лодки, в принципе, можно было даже не делать такую штуку, потому что она широкая, она устойчивая. Ее перевернуть, реально очень сложно. Она маневренная, классная. То есть претензий к маневренности у меня вообще нет, и, в принципе, ее нереально перевернуть. Итак, давайте же откроем и посмотрим, что у нас внутри интересного. А интересного, друзья, у нас, в принципе, много. Итак, корпус снимаем. Па-бам! У нас бесколлекторный моторчик. Это реально очень круто. Это первая моя лодка с бесколлекторным мотором. Также у нас аккумулятор трехбаночный. Вот такой вот, 11,1 вольт. Нормальное подключение у нас Т-плаг. Ну, я так называю, я посмотрел, Т-плаг называется еще как-то. Мне привычнее будет называть это Т-плаг. Да? Т-образный, скажем так, подключение. Итак, у нас здесь полная герметизация. Ничего воды не боится. То есть серва защищена. Скажем, приемник у нас защищен, ну а мотор у нас воды не боится, то есть все хорошо. У нас здесь огромный вот такой вот поролончик, я думал, вода попадать не будет, но, к сожалению, вода сюда попадает довольно-таки, ну, нормально. Но хорошо, у нас есть вот такой слив, да, нам не нужно снимать корку, просто убрали, воду слили и дальше погнали. Но потом, друзья, я нашел проблемку, да, когда я захотел погонять на данной лодке. Поставил ее на воду, все включил и пум, она не работает. В распаковке я сказал, что данная лодка, ну, скорее всего, не подключается, потому что у нее есть датчик, который реагирует на воду. Но, друзья, здесь нет никакого датчика, и то есть ваша лодка должна моментально, как только вы поставили, да, аккумулятор, подключили аппаратуру и все. Неважно, на воде она или у вас в руках, сразу должна работать серва и газ. Я полдня потратил, пока нашел решение данной проблемы, пересмотрел английский обзор, потому что нет русскоязычных обзоров. И только один нормальный человек сказал, что нужно сначала подключить нашу аппаратуру к нашему приемнику. Блин, делается это очень просто, вот реально очень просто. Берем наш аккум, вставляем, да, подключаем и сразу моментально зажимаем вот эту кнопочку, вот она, вот эта кнопочка. Зажимаем и кнопку включения одновременно, пам! И все подключается. Буквально одна секунда, пам-пам, и сразу серво заработает мгновенно. И все, раз подключили, и больше подключать вам не нужно, друзья. Я этого реально не знал, потому что у меня была Велтосвел 912, такая же аппаратура, один в один, тот же. Там просто подключил, пам-пам, все, погнали. Здесь нужно было подключать. Реально, в инструкции, да, что-то написано, но написано так... поверхностно, вот реально поверхностно. Так что запомните, если вы покупаете данную лодку и вы начинаете подключать и нифига не подключается, не расстраивайтесь, ваша лодка работает. Просто нужно подключить нашу аппаратуру к нашему приемнику. Запомнили, все делается легко. Подключаем аккумулятор и мгновенно зажимаем две кнопки. Кнопка включения и вот оттренирование. Пам, и все. Сразу начинает все работать, раз подключили и больше вам не надо. Итак, друзья, наигрался я данной лодкой, что могу сказать. Аккумулятор, к сожалению, у нас здесь, ну, дешевый, реально дешевый, 20C, даже на упаковке было написано 20C, 1200 мА, 11,1 вольта.
К сожалению, 45 км, которые написаны на упаковке, нифига вы не получите от штатного аккума. Где-то километров 35 максимум может выдать данная лодка, да, с этим аккумулятором. Если вы хотите реально погонять, то покупайте аккумуляторы хотя бы там 35C и выше. Вот тогда, да, этот бесколлекторный моторчик реально покажет свою мощь. Но на штатном аккумуляторе это так, 35 км от силы и где-то 6 минут, друзья. При нормальной быстрой езде 6 минут будет хватать данного аккума. Заряжается буквально 2,5 часа, не так уж, конечно, и быстро. Поэтому, если вы хотите реально хорошо гонять, быстро заряжать, покупайте аккумулятор хороший и также хороший зарядник. Тогда будет все круто. Но на данном только 35 максимум. Аппаратура у нас здесь стандартная от Veltoise, аппаратура для лодок. То есть здесь все очень просто, кнопок здесь немного. Вот кнопка включения, Power, да, 4 батарейки формата 2А, либо 4 аккумулятора формата 2А. Руль, антенка реально антенка. Здесь у нас провод, да, друзья, я смотрел. Здесь все хорошо. Дальше у нас 4 кнопочки. Первые 2 это тримирование руля, да, настраиваем как нам нужно. И 2 последние это расходники. То есть если мы хотим, чтобы наш руль поворачивал, скажем так, очень хорошо, то мы нажимаем, все настраиваем. Если хотим, чтобы руль поворачивался, ну, где-то вот так, также все это мы настраиваем. То есть, элементарная, но добротная аппаратура. Берет где-то 100 метров, друзья, 100 метров стабильно берет данная аппаратура. Вам ее хватит с головой. Итак, друзья, что я хочу сказать, такой вывод, да, сделаем. За свои деньги очень хорошее приобретение, скажем. Конкурентов вообще нет. Реально, все остальные лодки с бесколлекторным мотором стоят намного, там, на 20, на 30 долларов дороже. Я вам скажу, это реально, скажем так, преимущество данной лодки, потому что она стоит недорого. Сейчас на сайте GearBest до 31 августа, друзья, успейте, данную лодку можно купить за 54 доллара. В среднем данная лодка стоит где-то 70 долларов на остальных сайтах, но на GearBest до 31 августа, друзья, запомните, можно купить данную лодку за 54 доллара. В группе нарыл, сам купил за такую стоимость и вам рекомендую, если хотите купить нормальную, хорошую лодку, которая будет долго служить вам, друзья. Лично мое мнение, к покупке рекомендую, но сразу покупайте нормальный аккумулятор и нормальную зарядку. И все будет вообще классно. Ссылка будет в описании, с вами был Димон. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И предлагаю посмотреть, как же гоняет данная лодка. Всем пока! We'll be right back.